уже пятый день Селимекса, я очень мало делаю макияж, потому что без макияжа будто кожа сияет. И здесь, когда я трогаю, очень мягко. Раньше было точки. И шелушение кожи, черные точки тоже все ушли. Всем привет, дорогие! Это Кёнга. Вы знали, что май – это самый опасный сезон для кожи, потому что погода резко меняется. Вы знали, что каждый год уход для кожи меняется. Поэтому сегодня я приготовила видео «Самый актуальный корейский тренд ухода за кожей в 2023 году». В этом видео я покажу, как правильно наносить косметику. Второй. Покажу, как использовать косметику два раза эффективнее. Последний покажу, как делать сияющей кожей. Начнем с пенки. Если в порах остается грязь, остатки, даже вы наносите хорошую косметику, это нехорошо впитывается. Хорошая пенка даже после умывания нельзя чувствовать сухости. Где-то 30 секунд делайте массаж. И все. После умывания, чтобы влажность на лице не испарилась, надо сразу увлажнять кожу. Многие не знают, как правильно пользоваться сиворотка спреем. Прямо держать и где-то 15 сантиметров. Еще очень важно постукивать, поэтому я часто говорю, бейте кожу, бейте кожу. Я пользуюсь несколько сиворотками, но по последние дни я пользуюсь Селимекс Noni Energy Ampoule. Когда кто-то болеет, тогда люди говорили, тебе надо пить Noni сок. В нем есть 200 хороший состав, поэтому хорошо для проблемной кожи. Вы знаете, американский сайт Amazon, там Noni Витамин занимался первое место. В Олив Йонге занялось первое место. Крышка поднимается вот так. И здесь внутри есть 4 пептида. И аденосин делает лифтинг эффект. Натуральный запах. Он получил сертификат, что сразу после наносения снаружи кожи увлажняет 40%. А глубоко кожи 1,5 мл 15% увлажняют. Только нужно 1, 2, и нам нужно средний и безымянный палец с внутренней части лица к внешней вот вдоль морщин. Вот. Сразу чувствую сияющую кожу, видите? Какие кремы для глаз я не советую? Первый. Слишком жирный. Если слишком жирный, тогда вокруг глаз появляются жировые. Второй, слишком легкий. Не очень лифтинг эффект. Третий, крем для глаз, который раздражает глаз. Я хочу посоветовать Selimex Noni Eye Cream. Нам нужно только 4 точки. 1, 2, 3, 4. Еще очень важно ухаживать с верхней части глаз. 2, 3, 4. В этом креме есть ретиноль, но из растения. Поэтому безопасно можно делать лифтинг. Для уходовой косметики, например, как пенка, сиворотка, крем, если pH-баланс с 4 до 6, это хороший. А так как вокруг глаз – это самая тонкая часть нашего лица, поэтому лучше, когда pH-баланс с 6 до 8. Вот это крем для глаз pH 7.45. Состав бакучиоль настаивается в кожу и впитывается хорошие ингредиенты. Я в мае советую эти три крема, но, как вы видите, я больше всего это от Selimex Noni крем пользовалась. Щеки, нос, лоб и подбородок. Кругло делайте массаж, а подбородок крутите вокруг рта. Видите, у меня полностью стал сияющей кожей.
у меня есть совет. Если у вас совсем сухая кожа, тогда я покажу, как делать ночной крем со сыворотки и с кремом. Так, берем одну каплю и смешивайте. Очень хорошо смешивается. Так всегда для уходовой косметики завершающий этап – это солнцезащитный крем. Обязательно нужно солнцезащитный крем в любое время. Это солнцезащитный крем не нужно потускивать, потому что уже спонж, только надо бить кожу. Так, дорогие, посмотрите мою сияющую кожу. Не забывайте мой совет – пальцы и постукивать. А информацию о косметике я оставлю внизу ссылки. Не забывайте ставить лайк и подписываться. Аннянь!